Всем привет! Как и обещал ранее, решил я подвести итоги по жидкости Fruit Oil. Заказывал я очень много вкусов, в принципе, ну, как бы основные, самые вот ходовые. И как в предыдущем видео, ребят, разделил я все это дело на первое, второе, третье место, согласно, то есть, своих предпочтений и вкусов. Также вас хочу заранее, ребят, попросить досмотреть это видео до конца, потому что в конце видео, не знаю, будет жесткий разнос вот этих двух вкусов. Вкус кофе и Казанова. Это будет в конце видео, все я подробно опишу, и, как говорится, чуть-чуть, наверное, поругаться мне придется. Ну, давайте начнем с третьего места. Как бы, если кто-то смотрел уже предыдущее видео, я там выделил несколько вкусов. Это в основном линейка у нас идет Elite Oil. Это мармеладные леденцы я заказывал, малиновое варенье. Вкус дикой вишни. Ребят, не знаю, что они там мешают, что замешивают. Видно, аромки, может быть, какие-то. У меня на эту линейку жидкости именно Elite Oil аллергия. То есть, отек горла и все такое. Без супрастина тут не обойтись. И сюда же, в эту же категорию, у нас попал вкус Mix Fight. Это мятные фрукты. Ребят, не знаю, честно скажу, обращаясь я к производителям, где взяли такие мятные фрукты, что, ну, действительно, блин, до пятой точки достает эта мята. Курить вообще невозможно. То есть затяжка, и ты как будто, я не знаю, ну, литр мяты, литр, наверное, килограмм холса съел за раз. То есть, ну, вообще жесткая тема, как бы, ну, ребят, не советую. Что касаемо фруктовых вкусов серии Элит, это, то есть, индивидуально каждому. Мне эта тема не пошла. Второе место у нас, то есть, грубо говоря, твердая четверочка. Ну, что-то где-то там четверка с минусом. Может быть, некоторые виды. Тутти Фрутти. Как говорил ранее, вкус детства. Очень вкусно так. Можно иногда попарить. Потом что у нас? Фрутомания. Мания фруктовых вкусов. Но я бы не сказал, что там такая прям уж мания у нас фруктовых вкусов, но присутствуют вкусы фруктов. Ментол. Для чего взял ментол? Ну, поясню. Не чтобы его отдельно, а что-то как-то пытаться где-то там добавить, как-то замиксовать вкусы. Потому что до этого получилось неплохо. Взял так себе отдельно пару пузырьков. Ну, пусть лежат до лучших времен. Так, кураж. Что скажу про кураж? Как производитель пишет, это цитрусовый сладкий вкус с нотками свежести и тропиков. Свежести здесь до хрена. Тропиков и сладкого вкуса ни хрена, как говорится. Но по сравнению с Mix Fight это намного лайтовее, поэтому я дал, как говорится, вторую позицию данной жидкости. Ее хотя бы можно покурить. Но не часто, тоже бьет по горлу, очень много мяты. Так, дальше поехали. Вкус арбуза, пепперминт, арбуза с мятой. Да, присутствует вкус арбуза, но слабовато. Чуть-чуть надо побольше добавить арбузика, тогда будет норм вообще. Мята, кстати, здесь, ну, как бы нормально, в норме мята. Дальше идет у нас колада. Колада, это тоже здесь мята присутствует. Не помню, как точно там оно расшифровывается. Но тоже так заходит. В принципе, хорошо. Но мяты тоже многовато. Уменьшите чуть-чуть мяту, ребят. Так, поехали дальше. Что у нас? Bubblegum. Bubblegum, это, я так понимаю, что вкус жвачки должен быть. Вкус жвачки наблюдается где-то там в конце. И очень мало его. Так что поэтому усильте аромку, уменьшите. Опять же, не знаю, почему везде мята присутствует. Ребята, я не знаю, у вас это, наверное, основной компонент какой-то мяты. То есть во всех вкусах присутствует в основном мята. Меньше мяты, больше жвачки.
Тогда все получится. Вкус Камасутра. Камасутра. Такое название хорошее. Камасутра, как видим. Камасутра у нас это конфетка Дюшес с освежающим послевкусием. Освежающее послевкусие есть, Дюшеса нет. Как бы, но курица мягко, то есть парится мягко, все нормально. Так можно взять, чтобы так раз в недельку для разнообразия попарить. Ну и твердая четверка с плюсом, это у нас получается элиточка, чизкейк. То есть не на каждый день, то есть для разнообразия тоже. Ну, твердая четверка, советую покупать, то есть кому-то может быть понравится. Мне она так, не очень. Вот они, как говорится, наши победители. Здесь, конечно, я уже выкурил пузырек. Был пузырек Love Attack. Хорошая жидкость. Советую. Заходит. Вкусненькая такая. Мягенькая. Нормально. Так. Побежали дальше. Ментос. Ментос это у нас смесь ягодок с нотками цитруса. Ну, букетик так слабоватенько, но раскрывается. Но, в принципе, достойная жидкость. Можно взять на каждый день. Fruit Oil. Это линейка такая, она что вот Love Attack, Maharaja, потом Armstrong и Fruit Oil. Это линейка определенная, сделанная, не знаю, как-то замиксованная. Это освежающие сладкие сочные фрукты. Как бы да, вкусно. Ничего не скажу, вкусно. И вот она, действительно, тройка победителей на 5 с плюсом. Это у нас Armstrong. Как я в предыдущем видео говорил, не было Армстронга, поэтому я его заказал во второй партии. Армстронг это ягодно-ментоловый вкус. Очень приятная жидкость, ребят. Все в норме. Вкус ягод, то есть ментол, все в пропорциях. Советую как бы на каждый день. Махараджа. Ну, Махараджа это вообще, мне самое, ну, больше всего понравилось Махараджа. Я ее заказал сразу себе три пузырька, то есть лежат они у меня, парю ее каждый день, то есть очень вкусная, советую. И Shelf Boulevard, это элиточка у нас, тоже как Махараджа, но нету тут мяты, действительно нету мяты, как бы очень вкусный, очень вкусная жидкость, такая, не надоедает она. В принципе, в целом, ребят, советую данный сайт. Почему? Как бы бюджетный вариант. Самый бюджетный, что ни на есть. Как бы получается, согласно акции, если берете, вот сейчас акция там проходит, вернее, продолжает проходить акция 2 равно 4. Заказывайте 2 одинаковые жидкости. В подарок вам, как бы, получается, ложат еще 2. Уже там прописывайте в комментариях. Можете 2 разные себе заказать. Итого у вас получится стоимость, то есть, грубо говоря, там где-то рублей по 150 выходит. Вот 50-миллиграммовые, если быть точнее, сейчас вам скажу даже, вот если заказывать троечку 50 миллиграмм, стоят они 250 рублей пузырек. То есть, 2 пузырька 500 рублей. Вам в подарок еще дают 2. То есть, за 500 рублей вы получаете 4 пузырька. А если закажете в выходной день, то еще и минус 20% скидка. Скидка Weekend. То есть, предоставляет данная организация. Бюджетный вариант. Дешевле за 500 рублей 200 миллиграмм жидкости вы нигде не купите. А если как бы послушаетесь моего совета, то это вот Armstrong, Maharaja, Love Attack и Fruit Oil, то я думаю, вам всем все это понравится. Тем более как бы составляющие компоненты качественные. Напомню, основа Мер Германия, ароматизатор ТПАшный Калифорния. Как-то в целом вот так. И что теперь, как бы я вас попросил посмотреть это видео до конца. Разберу я 2 вот этих вот вкуса. Не знаю, наверное, сейчас как бы производитель пусть посмотрит, не знаю, прислушается моего совета. Может быть, мне так попалось в партии. Но это, честно говоря, полная жопа. Тести кафе. В
вкус кофе, как пишет у нас производитель, аромат натурального кофе. Ребят, либо вы кофе, действительно, аромата натурального кофе не знаете, либо кто у вас там на фабрике, ребята после Нового года хорошо усугубили и чего-то там, как, то есть излишек, наверное, аромок каких-то, либо вообще аромки перепутали. Вкус кофе присутствует, но похоже, я не знаю, кто пробовал, не пробовал, вот этот на заправках продают кофе в железных банках, вот эту химию, как бы чем-то похоже на это, кислятина. Не понравилось, не знаю, вот камеры, на камере видно, то есть у меня, грубо говоря, была одна буквально заправка. Я остальное вылил, то есть не стал курить. И что касаемо вкуса Казанова, врагу не посоветую, вот скажу я это так. Производитель пишет, что это наивкуснейший табачный вкус с кислинкой. Ребята, где вы там нашли табак? Где вы там нашли кислинку, я хрен его знает. Действительно, наверное, кто делал партию, разберитесь. Или как, посмотрите, возьмите сами, попробуйте. Дайте своему начальнику, чтобы он нашел там наивкуснейший табачный вкус с кислинкой. Я его не почувствовал. Единственное, что у меня вызвало желание, как говорится, обматерить всех и выкинуть этот пузырек. Но я его оставил для обзора, после обзора я его выкину. Во-первых, что касаемо вкуса, вкус ужаснейший. Не знаю даже, с чем сравнить. Какой-то, блин, полиэтиленовый пакет, жженый, что ли, непонятно. Во-первых, смутило еще что? Что жидкость мутная. Мутная на цвет непонятная. Жалко, что, блин, по видео вкусы не передаются. Вы бы меня, надеюсь, поддержали. Вот я взял пустой вот такой вот флакончик. Как видим, пусто. Ничего там нет. Вот я его в воде сполоснул. И, то есть, выдавливаем мы это все дело сюда. То есть, выливаем. Ребят, ну, блин, пересмотрите, пожалуйста, как бы, данную жидкость. Либо что-то как-то добавьте, либо убавьте, не знаю. Какой-то прям ужас. Ужас. Одним словом, ужас. Как видим на видео, ребята, видите? Блин, не знаю даже, на что похоже. То есть жидкость мутная, она не должна быть такой. Даже вот, ну, взять вот Shell Boulevard, как видим, она прозрачная, беленькая, то есть все жидкости такие, кроме за исключением вот одной, она имеет такую вот слабенькую желтизну, но не такую, то есть мути нет. Как видите, мутная жидкость. Ребят, что за химия, хрен знает. Если вы хотите своих клиентов, как говорится, блин, отравить, то флаг вам в руки, тогда выставляйте ее в топ, эту жидкость. Если не хотите, чтобы клиенты были довольны, рады, то есть что заказали вкусную жидкость, то уберите ее, пожалуйста, с продажи. Не знаю, что за гурман у вас там все это делает. Ну, руки ему надо оторвать. Во-первых, осадок какой-то непонятный. Ну, ужас, ужас, видимо. То есть, если взболтать. Какая-то отрава. Я ее не стал курить и выкинул. Вот сейчас пойду все это вылью. Даже не выкидывать не буду, чтобы никто не нашел и не покурил. Вылью все это в раковину. И все. Так, в целом, на этом все, ребят. Вот, как бы, ставлю я твердую четверку данному производителю. Конечно, не у всех все идеально. Кто-то ошибается, кто-то где-то какие-то промашки. Но, в целом, Fruit Oil молодцы. Твердая четверочка, советую попробовать заказать жижи с данного сайта. Сам сейчас, я думаю, переходить на какие-нибудь новые другие жидкости. Пробовать, пытаться, то есть, также буду делать обзоры по мере возможности для вас и рассказывать, как говорится, всю правду. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставим лайки. Кого что интересует, пишите в комментариях. Всегда рад ответить вам.
посоветовать на свой взгляд. А это уже ваше дело, прислушиваться моего совета, либо нет. Всем пока-пока. Жду от вас лайков. Ждем нового видео буквально на днях.